Весь мусульманский мир отмечает Навруз – праздник весны. В Дом дружбы народов, который совсем недавно открылся в столице Чувашии, съехались представители разных диаспор – узбекской, туркменской, таджикской, азербайджанской и других. Традиционно гулянье начинается в день весеннего равноденствия. Люди готовятся к будущей полевой страде и, согласно поверьям, от щедрости в этот праздник зависит будущий урожай. Пиалы с крупами и проросшими зернами являются обязательным символом праздника весны и обновления. Это у нас росшее зерно. В Азербайджане это предвестник весны. Его сажают весною перед тем, ну, вот как у нас Пасха есть, а у них тот же самый праздник был вчера и сегодня. Они также красят яйца, они также ходят по гостям, дарят эти яйца, представляете? А это зерно вросшееся. Они ставят его в воду, и если он густо вырастает, это предвестник того, что будет хороший урожай. Навруз – уникальная возможность для десятков национальностей показать свою самобытность. В Таджикистане на праздничном столе, например, должно быть 7 блюд, название которых начинается с буквы «С». А узбеки традиционно угощают ароматным пловом. Это узбекское национальное блюдо – плов. Состав – это морковка, мясо и рис, один луком. Ну, это секрет у него. Много жарить надо. Много жарить, потом вкусно будет это. И, конечно, празднование Навруза не обходится без танцев и национальной музыки. Музыкальный инструмент, очень древний, в общем, называется дойра, что в переводе означает круг, в общем, которой формы она имеет. Его играют, в общем, обычно на свадьбах у нас, в общем, когда за невестой едут, в общем, и начинают играть, в общем. И как бы зовут невесту, в общем, чтобы она подготовилась и вышла перед женихом. Навруз – праздник сохранения мира и согласия. Праздник гармонии в каждой семье. В этот праздник забывают все обиды. Раньше в эти дни прекращались войны. Это праздник связан с весной, с радостью жизни. Это праздник, я считаю, объединяет. Видите, сколько народов, сколько национальностей здесь. Такой праздник, он очень необходим, очень нужен. Здесь показаны национальные культуры, национальные кухни разных народов, разные национальности. Здесь люди очень с позитивом пришли. Галина Титарчук, Дина Кустова, Атнер Корсаков, Республика.